28 февраля я, Евгения Мангубе, представляю вашему вниманию репортаж Trading Central Web TV. Сегодня акции биржи США растут довольно уверенно. Тем временем чикагский индекс PMI не оправдал ожиданий, хотя ранее этот регион был самым сильным. Завтра выйдут все подсчеты PMI. Доллар в США растет в цене, хотя все еще подвержен колебаниям. Евро по отношению к доллару на 0,29% ниже. Текущее значение 1,2197 пунктов. Доллар по отношению к иене на 0,32% ниже и составляет 106,69 пунктов. В центре внимания курс фунта и доллара, который ограничен снижающейся линией тренда и скользящими средними. Краткосрочные позиции будут ниже 1,3940 пунктов со значениями 1,3850 пунктов и 1,3800 пунктов ровно. Биткоин прибавил в стоимости 0,1% и составляет 10543 доллара. Стоимость золота укрепляется, но все же находится ниже линии сопротивления на уровне 1324 долларов. Краткосрочные позиции будут ниже этого значения с отметками 1313 долларов и 1307 долларов ровно. Цена серебра остается без изменений и составляет 16 долларов 34 цента. С вами была Евгения Мангубе, специально для Trading Central Web TV.